Дамы и господа, леди и джентльмены, добро пожаловать на канал Тета Геймс, меня зовут Богдан. И мы с вами будем сейчас пробовать демку под названием Hail to the Rainbow. Как переводится, что переводится как «Да здравствует радуга». Это игра Сергея Носкова. Да, это я это знаю. Я знаю, что Сергей Носков делает игры один, и они у него получаются очень, как это сказать-то, даже авторские, мне кажется. Идеально подойдет это слово к его играм. Я играл только в The Light, и то в первую часть, ну, в смысле, не первую часть, в старую часть, даже не ремейк, и все. Ну, там был симулятор ходьбы, но и в другие я почему-то не пробовал. Но вот это вот что-то очень интересное. Тут интереснейшая смесь киберпанка, адвенчуры, выживания, постапокалипсиса. Короче, все, давай пробовать. Мне очень интересно. Один человек делает игры. Просто судя по скриншотам, тут прям это Atomic Heart. Это, конечно, первый, что возникает. Первый образ, что врезается в голову, потому что постапокалипсис, Советский Союз, все эти вайбы. Но нет, нет, не будем даже ни в коем случае сравнивать или обращать внимание, что чуть схожи стили визуальные. На одном глазу бельмо, кажется, да? Или это специально так задумано? Окей, 2, 1, переключать передачи. Хорошо. 1, задняя. 2, нейтралка. Ого, прикольно. Будем передвигаться на автомобиле, да, мы тут? А что за... У нас это Нива, да? А можно выйти? Посмотри нашу ласточку. 126 аммам. Блин, номера почти как у меня, кроме одной... цифры. А какой, не скажу. Реально диво. А тень, где наша тень? Тень. Ладно, ладно, я не буду докапываться. Просто интересно, чего нету. Я настройки графики максимальные, если что. Не, выглядит она нормально. Я сказал, даже шикарно. Мне очень нравится такая графика. Стилизованная. Слушай, а что я хотел? Подожди. Осмотреть машину, да, все нормально, можно ехать, поехали. А что это у нас чек горит? У нас чек горит на приборной панели, вон значок желтеньким горит. Это значит, что неисправность двигателя вообще-то. Когда чек горит, это очень плохо. Ну, поехали, ладно. А, так, это музыка? Ух ты, какие вайбы классные. А можно мы просто посидим в машине? Ладно, поехали. Посидим в машине и... А, ну... В движении тоже кайфово слушать. Просто мне кажется, там опасность вокруг. Ну, поехали. Один, да? Не, это задний. Два. Во, погнали. Вот это кайф. Какие тарелки? Какие тарелки? А что здесь раньше было? Игнат, это мы, да? Да, это главный герой. Никто точно не знал. Поговаривали, что раньше здесь проводили какие-то секретные исследования. Еще дорог. Вроде бы эксперимент с физическими аномалиями. Немножко не вписался. Какими-то аномалиями. Я это услышал, да. Я прям как Sprint Tires, да, или как там эта игра называется, где можно в грузовиках месить грязику. Sprint Tires, да? Очень похоже. Ой, что это? Подскочили. Ой, не к добру это. Согласен. Зажигание вырубилось. А попробуй. Не работает? Возможно, сгорел какой-то предохранитель. Проверь монтажный блок, здесь он прямо в салоне, сверху. Вот он. Да, предохранитель. Нужно искать замену. Хорошо. Нужен предохранитель. Интересно, где расположен предохранитель. А, ладно, погнали. Обычно они где-то под капотом. Ладно, неважно, что-то я душнить начинаю.
птицы упавшие. Конечно, тут небось в радиации все. Это же какая? Это же зима, это как она называется? Ядерная зима, да, наступила? Стоит осмотреть сооружение изнутри. Может, будет что-то полезное. Изнутри? А, вот ты про вот эти тарелки говорил, понятно. Да, это реально же ядерная зима. Ну, ведь в заставке, чтобы, видно, нас кто-то спрятал, мы с кем-то спрятались, какой-то типа бункер непонятной сферы, и пережили ядерные взрывы. Или, ну, взрывы, наверное, их много было. Вон тарелки, кстати. Визуальный стиль, конечно, шикарный. Мне очень нравится. Хотя тут пока ничего нету, но мне само вот эта вот загадочность, вот этот вот туман, вдалеке вот эта тарелка. В каком-то сериале, кстати, похоже было, не помню, не вспомню сейчас. Но я где-то такое уже встречал, мне такое нравится. Постараюсь поменьше говорить, потому что тут чувствуется, что есть атмосфера, что ее тут специально создавали, и вот когда кто-то трещит постоянно, она рушится. Буду поменьше стараться говорить. Не забывай про свой трон, Игнат. Он может помочь. Хорошо. Открыть Си. Си. Два. Два — это палка какая-то. Три. Эми. А, это Эми у нас. А четыре. А четыре, наверное, Рон, да? Да. Ух ты. Звуки как и Death Stranding. Чего? Я свечу на себя и вижу, как падает свет на меня. Офигеть! Вот это отношение к деталям. Вот этим Сергей Носков и славится. Это просто офигеть. Ну кто, как что такое? Ладно. Очень классно. Это очень классно сделано. Ага. Вообще дрон. О-о-о-о-о-о. Да, тут писали, что какие-то... Ну, тут роботы, да, были. Ну, на скриншоте. На скриншоте были. И вот поэтому у меня ассоциация возникла с Atomic Heart'ом из-за этих роботов. Но больше тут, я думаю, никакой ассоциации возникать не будет. Ну и не должно. А что, мы открыли себе дверь, да? А, да. Светим на себя, светим... Да, офигеть, как классно же это сделано. Один человек это все сделал. Я... меня в голове не укладывается. Вообще не укладывается. А заберись. Заберись, как тебя забрать? Игнат, возьми меня. Игнат. Игнат! Четыре. А. Угу, все, погнали. О, блин, это как Alien Isolation. Блин, за почему я называю разные игры сейчас? То Alien Isolation, то Death... Все, не буду. Просто возникают ассоциации. Все, я же просил, говорил, чтобы помолчу, все. Сделано разминирование. Интересно. А где там мой... Ой, нет, двойка. Ух ты, как... Какая у тебя дубина. Похоже, здесь было чье-то убежище. Угу. Чуть. А, заставка? Угу. Видимо, это вещи твоего товарища Николы. Что-то тут случилось.
тоже. Мы пока не знаем. Эй. Не надо скримеров там тут, пожалуйста. Там кто-то есть. Игнат там слева. Я видел. О, подлюка. Сильный, зараза. Как ты? Нормально. Жить буду. А что это ты делает? Не забудь предохранитель. А, да, конечно, спасибо. Спасибо. Предохранитель в машину. А это мой... мое устройство? А, это оно так... трещит. Ну ладно. Пусть трещит, мне нравится ламповый звук такой. Тут что-то. А это такое же устройство. А, это устройство Николы. О, планшетик. О, сейчас читать будем, ладно. А 26-й год, кстати. 26-й. 14-11-26. Осваиваюсь на новом месте. Огромный бетонный комплекс, давно о нем не слыхал, но лишь сейчас удалось добраться. К моей удаче рядом оказался и акустический шар. А, окей. В паре километров отсюда мухомор. Расстояние большое, но выброс все равно добивает. С шаром будет поспокойнее. Выбросы есть. Ой, как в сталкере прям. Внутри мрачный холод, но мне удалось обустроить одно из помещений и затащил сюда... о, как интересно. Затащил сюда печку, ковры и прочие вещи, что смог увезти. Теперь как дома. Наконец-то откопал... пожитках любимую кассету с композицией мой 1991. Давно ее ищу. Классика 90-х. Окей. Механиков пока не встречал. А мы... а это сейчас мы механика встретили, да? Кто у нас отнял что-то? Кто у нас цепанул? А, так, не встречал. Мне кажется безопасно. Тут вообще не души. Завтра же займусь поиском, хотя... хоть эту обитель и разграбили еще до войны. Здесь наверняка осталось множество артефактов, которые можно изучить. Это было... когда? 14-11. Опа, не часто оставлял записи. 18-02-27. Эта неделя полна неожиданностей. Случайно вышел на связь с юношей по имени Игнат. Это мы. Приятным общением парнишка. Кажется сообразительным не по годам. Хорошо разбирается в электронике. С детства копается во всяких устройствах, компьютерах, датчиках, да и так далее. Молодежь как-то легче осваивает эти сферы. Предложил ему бартер, буду подкидывать ценные находки и материал в обмен на полезные устройства для моих исследований, и это сейчас будет очень кстати. 03-03-27. Мой новый товарищ большой молодец, действительно знает свое дело. Опробовал вчера новый электромагнитный детектор, радиус действия невелик, но точность высокая. В центре этого комплекса детектор показывает крайне странную и мощную активность. Многие двери заперты, поэтому пока что найти источник не удалось. Сообщения удалены, галерея. А от Никола, да? Угу. Понятненько. Надо зажимать, да? Угу. Мы все прочитали. Окей. А вот это что? Батарея для конденсатора. Офигеть, на клавиатуре. Смотри, какая детализация на клавиатуре. Кнопочки. С русскими буквами и английскими, прям как... У меня, кстати, только английские. Но тут... я просто в шоке от детализации всего. Окружение. Нет, что-то с Николой тут плохое произошло. Не очень хорошим. О. Но это было и в Half-Life, я помню, с этого, на это я тоже еще когда-то обращал внимание, такое уже было, ладно. Но чтобы на клавиатуре, прямо аж, ладно, все, не будем заострять на это внимание, просто и так понятно, что все, классика 90-х, мы сейчас что-то читали, классика 90-х, а 1991-й. А, раз... даже как? Я всегда не умею, не знал, как, не запоминаю, как пользоваться этими сейфами. Надо туда. Раз. 1991.
Ой, я сейчас буду затупы жесткий. Ну, я у меня всегда с ним затупы. А, вон, кстати, индикация идет. А, раз. Раз, два, три. Все. Просто в каких-то играх его надо в одну сторону, потом в другую, потом в сублюстрами у меня такая проблема была. Ладно. Ладно, отвлекаюсь, пошли. Просто когда мне игра нравится, я начинаю много говорить. Сложно себя сдержать. Еще одна кассета. Можно будет послушать в машине. О, отлично. Найдите найденные кассеты, можно также послушать и в меню. А, нет, ну давай в машине. Я тут пока не хочу отвлекаться. А чем мы... Ага. А он есть хочет? Не, не хочет. Я так не помню, тут есть элементы выживания? Нет? Ну ладно. Игра нам об этом скажет, если есть. Все, пошли. Погнали? Звук есть? А что я такой тихий? А, я что-то далековато. Ладно. А что со временем? А, тут какая-то аномалия, кажется, да? Или этой двери раньше не было? Вот этой? Я думаешь, помню, я как-то не обратил внимания. А что это значит не было? Двери тут... А, тут, возможно, реально, кстати, аномалия, да? Тут же выбросы, аномалии, артефакты, наверное, будут. Что? Нет ни зажигалки, ни спичек. Ага. Хорошо. В смысле, плохо. Опа. Кто там? А, вот он ты. Это ты на меня напал, да, козел? Сейчас будет драка. Сейчас будет бой. Осторожно, Игнат. О-о-о-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Стой. Тихо, еще раз. Отходим. О, нормально. Ну, хорошо работали. Ой, сейчас еще придут. Какая-то суета началась. Ну, типа, козел. Такой классный звук. Жестяной. Тыщ. В смысле, качественный. Хм. В смысле, как прям реалистичный. Нужно искать другой. В соседнем зале был люк в полу. Может, удастся его открыть. Я не видел в соседнем зале. Там, кстати, что-то на улице происходит. А, нет, это кажется, мне кажется, Люк в полу. Это не люк. Нет, это не люк. А, соседний зал. Соседний зал это там. Там был соседний зал. А он ничего с ним не хочет сделать. Ничего не хочет делать. А фонарь бесконечный у меня? О, жизни у меня потратились. О. Так. А это что такое? А-а-а! Все, да? Опля! Фонарь. Блин, кстати, фонарь... А, нет, нормально. Садится фонарь. У меня какая-то молния появилась. Кто? Никола? Никола, это ты? Никола? Это ж ты? Как же тут это? Мне очень жаль, что все это вернулось. Ничего не видать вообще. Это голос бати. Я так чувствую, что это голос бати. Потому что, скорее всего, нас батя спас. Когда в сферу мы забежали, вот эту вот защитную заставки. Так. Медицинский инъектор.
Ой-ой-ой, ты чего? Всегда удивляло в компьютерных играх, как легко персонажи передвигаются по руинам постапокалипсиса. Арматура, битое стекло, куски бетона. Можно легко травму получить. Что за ломание четвертой стены? Компьютерных игр. Да. Я тоже не представлял. Как они так легко это все делают. Ого, транспортер. В форме кита? Сейчас, да, кстати, я только сейчас понял, что я хочу сделать поплавнее. Язык... Чувствительность камеры. Единичка. Наклон камеры, чувствительность дрона. Плавность камеры включить, да. Мне нужно поплавнее в этой игре. Вот, согласен, тут прям нужна плавность. Вот, раскачка, наклон камеры. Не, я не понял, что это такое за наклон камеры. А чё за... VHS? Ой. Не, ну VHS сильно мешает. Он прям сильно дергается, в смысле. Ну прикольно, что такой режим есть. Я оставил дворники рабочими, да? Работать. А можно убрать, кстати? Нет? Да, вот так вот. Во, плавность реально появилась. О, смотри. Смотри, как классно этот. А центробежная сила его смещает. Все, хватит ерундой заниматься. Пошли, да. Нам надо машину чинить. А убрать его можно? Можно вообще без всего остаться в 5? Нет? Должно быть что-то в руках. А, вставляем. Ого! Молодец, теперь можно двигаться дальше. Отлично, помчали. Дворники пусть работают. Так, зажигание. Пуск. И музычку. VHS, значит, да, надо отключить. Отключить сильный эффект VHS. Но он прикольный. Я его, кстати, вообще в целом люблю. А что еще есть? Подожди. Внезапно мы решили полазить по настройкам игры, да? Еще бы нет. А что это делает? Худ. А, худ не надо нам. Худо, да, точно, это же... Я вот не люблю в играх вот это вот... Все, что появляется вот снизу экрана, жизнь, здоровье, патроны, вот реально портит. Где мы это делали, кстати? Все, хватит отвлекаться. Включили музыку, включили передачу первую и поехали. А фары можно включить, кстати? Вон. Снег тут плотный, скользко. Согласен. На пониженной передаче проехать будет легче. Так я на первый еду. Куда меньше первый. Рад, что мы покидаем это место. Я тоже. Тут как-то не очень это... Не горбеет какой-то... Приятная атмосфера. Да, вот, я тоже самое говорю. Как мы на одной волне. В недрах закрыто что-то, чего лучше не знать. Мы едем в город. А в городе, интересно, есть люди? А от города вообще что-нибудь осталось? Интерес. Столько вопросов. Смотри, это же Колобок. В смысле Колобок? Автономный курьер. Если его поймать, внутри можно найти что-то полезное. Стой, Колобок, стой! Не переживай, это не механика, а просто автомат. Да я понял, я взял... А как поймать-то его? Колобок, стой!
Подожди, как его поймать-то? В смысле, не переживай. Да, что? Это что, какой-то рофл? Ну его надо ударить, что ли? Ну я не хочу бить колобок. Ну придется, ладно. Да стой, колобок! О, да. О! Какая, Рогачевская, да? Самая вкусная сгущенка Рогачевская, если я не путаю, которая сделана в Беларуси. Прикольно. Сколько раз за эту игру я сказал слово прикольно? Точно. Первый передача помчали. Музыка выключилась. Стой, музыку верни. Да, что происходит? Я не вижу. А что? Вот, все. Этот косяк. Этот косяк был сейчас. Над заднюю. Я со своим, блин, патефоном забыл, что нам в горочку мы поднимаемся. Надо, разгончик надо брать. Давай, 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 надо с разгончика. О, хорошо. А там справа ничего не было? Я хочу тут все исследовать. Но там ничего не было, да-да-да. В общем, задняя передача. Вот. Помча. А почему каждый раз заднюю включают? Передняя. Передняя передача. Первая. Тут зал книг. Во, точно, F же можно включить свет. Тут за заставки так резко появляется. Скоро совсем расцветет. О, мы тут были. Ты не спал всю ночь. Может, стоит немного передохнуть? Я не против. Только было бы место, где передохнуть. Свет загорелся там, в этой тарелке. Видел? Это Никола вернулся? Проект Сергея Носкова, да. Постапокалиптический киберпанк, да. Прям тут и музыка такая киберпанковская, но очень ламповая. Композитор Nobody Snail Machine. Очень нравится музыка. Спасибо, композитор. Атмосферная. Пока не хочу ничего комментировать, но в двух словах очень нравится. Глава 5. Это резкий скачок, да, куда-то в будущее. А, ну это видно все до того, как все как произошел ядерные взрывы. До апокалипсиса, короче. Око. Хочу верить. I want to believe. Другая земля. Вот если у тебя были такие обои, вот ты знаешь, что происходит со звездочками, когда выключается свет. Вот ты знаешь, что происходит со звездочками, когда выключается свет в комнате и что ночью происходит. Я видел такие обои, они, блин, очень классные были. Сразу воспоминания навеивают. История мира. Там кому-то не очень хорошо. Стругацкие. У погибшего альпиниста. Фига.
Вот очень... Подожди, мне... Я хочу поисследовать комнату. А что это за блюрина? А почему? А, это наш отец. Но почему-то он в воспоминании как-то... Воспоминания как-то затерт немножко. О, компьютер. А мы, ладно, нам эти звуки не мешают, да? Страшные сообщения. Егор, папа, деда. Егор. Егор. Игнат, привет. Айда сегодня с нами на стадион. Вы, ну, Игнат отвечает: привет, не, сегодня не получится. Папа собирался взять к себе на работу, покажет там разные классные штуки. Вот откуда у Игната любовь к технике. Там, к электротехнике. Назад, Спейс. Папа. Сынок, прости, в этот раз не смогу тебя взять, очень важная встреча сегодня. Ну ладно, ничего страшного, отвечает Игнат. Ясно. Деда. Игнат, здравствуй, слышал, вашу соседку, тетю Валю, наконец выписывают после процедуры. И со дня на день должны вернуть ее домой. Ты там поосторожней, пожалуйста. Ладно. Аудиозапись нету? Записи есть. Чёвый музон, подожди, давай, нет. Дмитрий Блинов, Радуга. Ладно. И последний, послушай, странный звук. Ладно, ладно, все игры. Крест ноль. О, давай победим. Я сейчас, я победю. Я тренировался очень долго. Я умею в такое играть. А, нет, ничья. А, нет, ничья. Как-то... Подожди, не, сейчас победю, смотри, сейчас победю, следующий... Конечно, немножко страшные звуки на фоне, но ничего. Сейчас, смотри, будут победить... Не, нет, неправильно. Хотя неправильно. А сейчас будет то же самое. Ах, ладно. Сейчас будет все то же самое. Да, все, ладно. А там какая была еще вторая игра? Крыш. На Е нажимаешь, он поднимается, да? Ну блин, ну это можно долго залипать. Такая музыка еще. Ладно, все, пойдем, потому что тут что-то некомфортно с такими фоновыми звуками что-либо изучать. И мама тоже затертая. А можно мы поможем этому ребенку и потом вернемся дальше что-нибудь? Why? Какая атмосфера классная, новогодняя прям. А Новый год тоже прям реально скоро. Через месяцок. Да, через месяцок? Ну, чуть больше, ладно. Блин, о, 35 миллиметров, это игра Сергея Носкова. Я в нее, кстати, не играл. Блин, может быть, потом ознакомиться с другими произведениями Сергея Носкова, потому что я такую детализацию обожаю в играх. Никак не начну эту игру, говорят, скучноватый симулятор. Какая самоирония, о, какая же самоирония, да ладно, вот ее так часто описывают, да, поэтому я и не хотел в основном в нее играть, потому что, ну, симулятор ходьбы философский, да? О, что-то я отвлекся, хотел какую-то мысль, ну ладно, не прослушали аудиокассету, не прослушали, да, это косяк, ну ладно. Надеюсь, мы вернемся в машину из этого воспоминания. Откуда звук-то? А скримаков-то не будет, пожалуйста.
О, фонарик. Ребенок, ты где? Записка. А, Танюша, я сегодня работаю в ночную смену. Собираем новый экземпляр и сильно отстаем от графика. С утра заезжал мастер, смонтировал кодовый замок для двери. В качестве пароля установили число из недавней школьной задачки Игната. Целую, до завтра. Хорошо. Мы сейчас решим. Это закрешающий класс. Обожаю такие авторские игры. Прям вау. Один человек. Я буду повторять это долго. Один человек. Один. О, Тетрис. Все знакомые атрибуты. Так, еще аудиокассету. А, вот эти игрушки тоже. Вот эти шишечки. Походу, это игра для дедов. Потому что я буду визжать от всего вот этого. Походу, мы с Сергеем Носковым одного возраста. А подожди, какая задачка-то этого? Мне надо узнать, да? Нет, не кодовый замок. Или кодовый. А вот это вот что? А-а-а. Это такой у них этот... Глазок интересный. Пойдем смотреть задачку. Ноль... Чего? Ой, тут надо подумать. Серьезно? Ластик. У всех такой ластик был всегда. Ну ладно, подожди, стой. Надо сосредоточиться. 10. Что-то. Что-то плюс умножить на 0 плюс 0 равняется 10. Интересно. О, мы тут сейчас зависнем. Подожди, я пытаюсь какую-то логику распознать. Тут, блин, фоновый прям, ну, что-то на фоне. Бьющийся ребенок не дает сосредоточиться. Что-то плюс что-то равно 8. Ну, можно тут много комбинаций придумать. А сколько цифр-то вообще тут? И сколько цифр нужно? Нет, это нам не поможет. Сколько цифр нам там нужно ввести? Да. Как он шустро бегает. А непонятно, сколько цифр там. А, не, почему понятно? 4 цифры. 3 цифры. Ладно, хотя бы... условия понимать. 10, 8. А, слушай, смотри, вот это вот все. А, ну вот. А, слушай, не, сейчас разберемся. Нет, не так уж все и сложно там. Это вот это вот равно 10, да? Это 8. Красные, что означает, интересно. Текст. Вот это вот равно 10. А, это 4. 4 плюс... А, 4? Все, ну... Эш. Это 4. 4 плюс 4 равно 8. Да они же одинаковые. Ой, все. Немножко затупили, но все нормально. Так, это 4. Тут у нас что? 4 умножить... умножить на что-то плюс ага, то есть вот это вот надо определить. 4 умножить на что-то плюс 4, это единица. 4 умножить на
Да? 4 плюс... Нет, 4 не единица. 4 умножить на 2? Нет. Подожди, надо что... На что умножить? Сейчас, 4 плюс 2, 8, 2. Да, 4 умножить на 2, 8, плюс 2, 10. Ух, 4, 2. А вот это вот что? 4 умножить на 2, 8. 8 минус что-то. Подожди, 8 минус что-то умножить на 8 равняется в итоге 4. То есть 4... 8 минус 4. Это единица. Смотри, нет, не единица. 4 надо 8. А, да, единица. 4, 2, 1. Я побежал, пока не забыл. Гениально. Тут все гениальное просто. А, подожди, что мы открыли? Выйти. Мы открыли? А, все. Ух ты. Киберпанковский падик. Уведомление о выселении. Ясно. Кого-то выселяют. Ой, как же она мне нравится. Дисна, Дисна, да? По-любому Дисна. На чем же еще можно ездить? В Советском Союзе. Как вы вообще тут живете? Не знаю. Не живем, а выживаем. А цель... А, цели нет. А там закрыт. Кстати, вот всегда, вот я помню такие вот эти... Двери. Из прутков. На последних этажах, да. Мне всегда было интересно, что за ними. Но туда лучше не ходить. Что за мордыч? Угрожающая мордыч. Что это такое? Пошли за молоком, да? О. Да. Что за... Тут сейчас чужой будет бегать, да? Alien Isolation сейчас начнется. Полноценный. А, он говорил снизу. Снизу доносится страшный звук. А это нормально, что я... Слушай, что-то происходит, а я читаю галерею, смотрю. Женщина. Коляски. Вчера звонил администратор из Радуги, сообщил, что маму на этой неделе успешно подключили к системе. Назначили ее в швейный цех, раз уж она полжизни на фабрике проработала. Надеюсь, ей комфортно будет в новом образе. Ей сразу дадут пару дней отгула и позволят дома время провести. Кстати, я видел фото личного дела, вы уж... С Иришкой там не пугайтесь особо, да, связи. Понимаете, а спасибо за информацию, Лёш. Нет записи. Просто как не вовремя. Тут что-то происходит, а мы начали читать записку. А. Ну тут ребенок, да? Что там происходит? Я знаю, куда бежать. Воу-воу-воу. А что с ней делать-то с этой... Что это за... Ты чего? А сколько я могу бежать вниз, интересно? Не бесконечно же? Угу. Нужно поискать ключи в кабинете управдома. Да, тут будут побегушки еще. Классно, а сохранение будут, дадут мне? Управдом. Где же находится управдом? Управдом, наверное, всегда на первом этаже. Все важные шишки находятся на первом этаже. Где эта штуковина гуляет? Вон она, я вижу. А я в стелсе? Она же меня не видит, да? Хо-хо-хо!
Это что такое? Уважаемые соседи, перестаньте шуметь по ночам. Мы понимаем, что любовь это прекрасно, но обязательно о вашей любви сообщать всем... Не обязательно о вашей любви сообщать всем... Да-да-да, это понятно. Занимайтесь своими делами, только тихо. Надо идти. Управдом? Управдом находится всегда на первом этаже, мне кажется. Лифт не работает. Это очень плохо. Это очень плохо, что лифт не работает. Он зажал меня. Не дает спуститься мне. Как его отвлечь еще? Интересно. Ай, как он топает громко. А, вниз пошел, вниз, вниз, вниз. И нам надо тоже вниз спустить. А, достал. Нам надо уходить отсюда. Нет, ты не видел меня. Ты меня не видел. Не-не-не-не, да. Не-не-не-не-не-не. Ну, не, ну хватит. Мы тут будем сейчас долго так сидеть. Сюда нельзя. А, да, спасибо, на первом этаже. Ну давай, надо мансить как-то. Очень классно помансили, мне понравилось. А сохранение, надеюсь, тут нормально дают, делаются. О, классно. Ты уже от меня. Что-то меня глюкануло, я думаю, он на меня бежит. Сейчас опять заблочит. Нельзя мне тут оставаться. А сейчас если пойдет наверх, то капец. О, побегушки, конечно. Блин, ну что ж ты скотина-то. Да проще отлететь на самом деле. То есть одна попытка у меня там. Ладно, все. Надо сразу вниз бежать и не тупить там. Среагировать по-быстрому и понять, куда идти. Все. Все, все. Ну или спрятаться. Там будет шанс спрятаться. Быстрее, 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 быстрее. Вот здесь. Что? Почему ты не прячешься? Дубина, ну какого ж фига? Почему ж ты не прячешься? Да я не понял. Дверь закрой. О, спасибо, спасибо. О, блин, все было просто. Надо было сразу... Ну, я не это... Ух. Она же не зайдет сюда? Это чудище. Чудище не зайдет сюда? А, оно зайдет, конечно же.
Щелкунчик. Щелкун, как и в этом, The Last of Us. Там такие же звуки, они стоят, щелкуны, да. Да-да-да. Не, вали отсюда, вали. Щелкун, вали. Свалил. Ключ. Есть ключ. Ах ты, нет, меня не проведешь, я знал, что ты вернешься. Это, небось, скриптец сработал или что-то такое. Надо его как-то оббежать сейчас будет. О, страсти пошли. Ой-ой-ой, как у меня пятки сверкают, капец! Воу-в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 оу! Где я там? Пожалуйста, беги, Игнат! Игнат, беги! Выше? Да, выше лезть, нет, не выше. Ох! Я ж правую ногу начал сводить. Что это за фигня вообще? Игнат, больше не выходи из дома вообще. Иди в комнату спать. Иди спать ложись. Ух ты. А, вот комната, ага. Пап, ты где? Ну, хватит тебе тоже с ребенком выиграть надо. Балде вообще. Работа не волк. А кто там? Я посмотрю сначала. Там никого нет, как я могу открыть? Там никого нет. Ну ладно. Сынок, открой мне дверь. Да я открыл. Заходи. Сынок, открой, пожалуйста. Да я открыл. Мать, заходи. Будь как дома. Чертежи непонятные. Опа. Да я открыл. Игнат, пусти меня. Я так понимаю, нам надо вниз. Это так и было? А, неправильно, надо что-то там сделать, да? Да, все. Я открыл. Я вообще-то открыл. А может наверх? Нет, наверх не надо. Сыночек, открой дверь, пожалуйста. А, это радиомагнитофон. Ну, в смысле, просто магнитофон. Я сейчас просто боюсь, что что-то выскочит. Сейчас такое саспенс происходит. Происходит... Ха-ха, да. Привет. Ты кто такой? Я тебя не звать. Это мой дом. Иди отсюда. Игнат, нам с тобой нужно съездить кое-куда. Там тебе доктор одну очень полезную модернизацию сделает. Как в этих твоих играх. Правда? Чего? Какую модернизацию? Прокачает тебя. Станешь супергероем. А больно не будет? Нисколько. Может быть, укольчик сделают, словно комарик укусит, и только.
меня будет суперсила, как у электроника. Силы, наверное, нет, но суперзрение точно. Ну ладно. Ему что, сделают коррекцию зрения просто, да? Спасибо, что поиграли в демо Hell to the Rainbow. Буду рад гостям на странице игры в Steam. А вам спасибо, Сергей Носков. Мне понравилось. Очень-очень понравилось. И буду ждать. Я определенно куплю на релизе и добавлю список желаемого, чтобы не пропустить релиз. На этом тогда все. Не хочу просто много чего лишнего говорить. Просто понравилось безумно. И стилистика, и музыка. И не надо тут много чего еще говорить, поэтому надо закончить. Все, всем спасибо за внимание. Я просто смотрю, что она сама-то закончилась. Да, все, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока.